Держу пари, они считали, что находится в безопасности за астероидным поясом. Да, начинают ржаветь. Тут небольшая протечка. Цербер вряд ли когда-нибудь вернется в строй. Прекрасно, сэр. Стратком сообщил, что верхушка СДФ планирует совещание в поясе Койпера. Участники прибудут на 4 эсминцах, а затем перейдут на Икарий. Мы проникнем на борт и ликвидируем их. Пойдем вдвоем, только ты и я. Полная маскировка. Принято. За дело. Для вас полный набор снаряжения, капитан. По очевидным причинам я выдаю вам оружие с глушителем. Большая часть охранников в СДФ – роботы. Пригодятся средства взлома и шоковые гранаты. Удачной охоты вам обоим. Проверить состояние по желтому уровню готовности. Доложить результаты командованию. Как только высадимся, прячем шакалов и ждем СДФовцев в точке сбора. Я изучила планы Кария. Отведу тебя к центру управления атмосферой. Ты вырубишь жизнеобеспечение и устранишь цели. Понял. Приступаем. Скар-1, вышка предупреждает, что заходить на цель нужно тихо и незаметно. Поняла. Понял. Скар, можете вылетать? Принято. Отправляйте. Взлет через 3, 2, 1... Кислород 36%. Они должны быть здесь. До связи с возмездием 30 минут. С жизнеобеспечением пока все нормально. Остаемся на месте. Принято. Ожидаем вражеского. Вот и она. Есть. Цель подтверждена. Впереди Икария СДФ. Зайдем через технический люк. Есть. Держись ближе к корпусу. Я поведу. Принято. Ретранслятор на киле прямо по курсу. Оттуда я смогу провести тебя до места встречи. Принято. Пусти газ в систему вентиляции, чтобы покончить с ними. Пока нас не засекли, не будем светиться. Мы на месте. Я подключусь к сети и узнаю о месте встречи, а ты пока достань униформу. Принято. Выйду на связь из жилого отсека. Внимание, рядом противник. Все данные на экране. Квадрат под контролем. Солт,
Я у КП. Принято. Во время трансляции, они да. Они не знают, что мы сильные здесь. Сильные разрушения. Следующие атаки будут развернуты силой Икари. Разве тебя не проинструктировали? Совет выбрал наш корабль для проведения сегодняшней конференции. Когда они выберут цели, мы будем на боевых постах. Ждите коррекции, дядя. Меня мучила совесть. Когда я сидел без дела, а наши парни умирали на чужой земле. Да, будет обидно, если война закончится раньше, чем мы прольем кровь проклятых землян. Марс вечен. В казармах чисто. На вражеских частотах тишина. Все молчат. Нас не обнаружили. Продолжаем в том же духе. Форма должна быть под рукой. Противника на палубе 3. Повторяю, возможен прорыв на палубе. Форму нашел. Ситуация. Три приоритетных цели ступили на борт Икарии. Встреча вот-вот начнется. Чтобы попасть на конференцию, тебе понадобится удостоверение. Я пометила цель, у которой его можно раздобыть. Принято. Высылай. Не стреляй. В форме тебя никто не заметит. Есть идеи, куда нас забросить? Хорошо, тебя все еще не заметили. Я внутри, вижу цель. Есть, дождись, пока он останется один. Если откроешь огонь, я заглушу связь. Давай его сюда, я позову Негрея. Вперед! Мне подробно рассказали об этом Вишиф и Картан. Порядок на всех постах. Но нам все нужны инженеры, чтобы задраить 12-й отсек по правому борту. У нас тут поврежденный шлюз на третьей палубе. Цель ликвидирована. Доложите об этом. Забери его удостоверение. Есть документы. Замени данные на офицера второго класса Негретти. Есть. Встреча в оперативном центре. Время навести шум. Это и так известно. Так как насчет ареста? Есть документы. Замени данные на офицера второго класса Негретти. Есть. Встреча в оперативном центре. Время навести шорох. Это так известно. Так как насчет ареста? Что пусть поболтать? Закрыт на ремонт. Не целился на арест, а штурмовал его напрямую. 13. Положите об этом, и мы его победим. Ремонтная бригада на четвертую палубу. Пусковой
всех постах, но нам все еще нужны инженеры, чтобы задраить 12. Нет времени. Задраить все со шпангоута 22. Приготовиться к краткой ревизации. Пока все хорошо, тебя не спалили. Хочется открыть огонь? Угадала. Не стоит. Нет времени, сэр. Мы не можем рисковать. У нас все нормально. Грати не появлялся. Ему было поручено провести подсчет вооружения. Если речь о измене или заговоре, с этого надо начинать. Нечего указывать, как мне излагать информацию. Согласно сведениям из доклада, Верховное командование получило срочное сообщение с... Что-нибудь нужно? На месте. Рейс, в казармы были отправлены отряды. Они могли обнаружить убитых тобой солдат. Принято. Готовности, Рейс. Отрубим их жизнеобеспечение. Техникам нужен еще один передовой отряд. Мы здесь заняты. Спросите отряд Фанга. Атмосфера и гравитация готовы. Принято. Уходи оттуда. Я в порядке. Отрубай жизнеобеспечение. Выполняю. Принято. Иду к запасной. Чума. Рейдер в чуме. Как слышно? Перекрыть доступ к осейному. Солдат на перекрах коридор, ведущий домой. Ты идешь со мной. Мы прижали одного из них. Шевелись. Нам нельзя их упустить. Приступаем. Чисто. Высылайте ответ Квинт наверх для полной зачистки. Иду к тебе, Солт. Противник на хвосте. Берите своих людей и следуйте к шлюзу по правому борту. 17-й шпангоут.
Солтер, я позади них. Основной отряд займется казармами. Подводим на поражение. Солт, все чисто! Это я! Ненавижу эту форму. Я установила маячок для возмездия. Пойдем к аварийному шлюзу. Возмездие, это главный, как слышно! Приступаем. Чисто. Высылайте отряд Квинт наверх для полной зачистки. Иду к тебе, Солт. Противник на хвосте. Всем аварийным бригадам покинуть 12-й отсек и переместиться к огневому посту на корме. Солтер, я позади них. Солт, все чисто. Это я. Ненавижу эту форму. Я установила маячок для возмездия. Пойдем к аварийному шлюзу. Я за тобой. Возмездие, это главный, как слышно? Нужно немедленно выбираться! Сюда наших птичек! Группа целей на подходе! Вижу! В атаку! Шакалы на подходе, сэр! Ваши шакалы на месте. Принято! Вижу их! Рейд, на взлет! Нужно убрать этих шустряков от возмездия! Крок, начинай посадку! Скар зачистит сектор! Скар-2, вы слышали капитана! Можете открывать огонь! Отлично! Приближаются еще два на малой высоте! Температура стволов растет. Почти закончили, Крок!
КАР-2, уходим на базу. Конец связи. Вышка, это 1-1. Подходим. Идем на посадку, Рейс. Принято. Шакал, встречайте дрон, капитан. Выпустил шасси для захвата.